Еще одно ДТП с участием несовершеннолетнего произошло в областном центре. 8:42 утра на улице Парижской коммуны мужчина, управляя автомобилем Volkswagen Passat, совершил наезд на переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу мальчика 1998 года рождения. Пострадавший госпитализирован в отделении детской хирургии ОКБ. Водитель иномарки с места происшествия скрылся. В результате оперативно-розыскных мероприятий водитель задержан. Оказался мужчина 81 года рождения. За уезд с места ДТП он был привлечен к административной ответственности по статье 12.27, часть 2. Установлено, что прежде он неоднократно нарушал правила дорожного движения, это превышение скоростного режима и нарушение правил перевозки пассажиров.